bir zamanda, bir zamanda Bursa böyle şaşmalay. Bir zamanda, bir zamanda Söz için herkes yılay. Selam aleyküm saygı dostlar. Bir zamanda kene de sizlerle beraberlikte ve kulak asqandırsanız bizim muhitimiz biraz deñişti. Çünkü bizlerle bugün da bir usta. Ve aynı böyle muhitinin ustası Eldar Bey Şaripov. Hoş geldiniz Eldar Bey. Selam aleyküm. Ve mümkün aytmağa siz değil de bugün biz sizge misafirlikke keldik. Çünkü siz ziyadece alışqandırsınız. Mına böyle aşkhane muhitine. Evet. Чуть подготовили продукты, и сегодня сделаем легкий такой крымско-татарский салат, да, по старому рецепту. Многие как бы дома готовят часто этот салат, но мы как бы хотим это восполнить наши традиции. Я, Эльдар Бей, был рецепт, ну, кандан алдыңыз, сіз озыңыз түшініп таптыңыз, я да более адамлар япхан бірші. Йох, бұл рецептін біздің мелетіміз япты. Это как-то рецепт такой, я сказал бы, один из аутентичных салатов крымско-татарской кухни. Вот так вот. Это олмаджақ, да не? Это олмаджақ, такой вариант. Такой не ногайский вариант. А, ну, ялыбой. Ялыбой варианты. Посредине, байшарайский, наверное, больше. Пей, гузель. Демек, не хотим никого обидеть, да. Сізге біршілер япма керек, э? Сіз неден башлыйамыз? Башлыйамыз, в принципе, у меня уже здесь все подготовлено. Я уже запек предварительно баклажаны. Да, шымды біз алыйамыз, зачистим, нарежем, заправим. В принципе, салат легкий, готовится очень легко. И я думаю, для наших гостей будет очень полезно. Эльбетте, мусафрлер келгенде тез-тез түшінесің, не пішірмеге. Куланарлар бұл рецептінен. Можно начать, да? Бет. Да, пожалуйста, сейчас. А, чихарамыз бірінжіден. Здесь у нас уже... Патильджан. Бізде, ойерде, сай достар, енді Эльдар Бей... Вот, горяченький. Азырлық. Еще парует. Корды.
Улар, чихтылар. Азыр он энди улар, У азыр, да, мы разделили напополам, сделали небольшие надрезы, смазали маслом, посыпали солью. Это вот предварительная такая заготовка. Ага. А дальше мы уже будем заправлять. Угу. Что нам понадобится для этого? В принципе, баклажаны уже готовы, по одному можно вытаскивать. И вот таким незамысловатым путем, да, мы их зачищаем. А, хулайте мы сделаем. Снимаем корочку. Ильдарбе, мен білгеніме көресіз, оқыдыңыз, бұл зенатқа? Эбет. Қайырды оқыдыңыз? Украинда, вот, город Харьков. Работал в городе Киеве, выезжал за границу, работал в Грузии, больше года прожил в Грузии, работал практически там на всей территории. Страна небольшая, вот. Приходилось ездить с открытием ресторанов в другие города, практически по всей Украине. Ну, это и Россия, такие как в Москве пришлось поработать, там, в Питере. В общем, ну, в основном большая часть это все Украина. Я мына Гурдистан, яғни грузинлер олар ногай, ногайлара яқынжа, яда ялы бойларға, этны севелер олар? Это пек севелер. Пек севелер, да. Но я скажу, что в моем понимании вот грузинская кухня, мясо, это казалось вот что-то в сравнении такой идеологии, что вот это ихнее до мозга ихних костей. Но я скажу, что мы лучше, наверное, даже готовим мясо. С мясом мы разбираемся лучше. У них, так как страна вообще самая горная территория, очень мало пастбищ. Да, там хватает скотины, есть и сыр, и в общем, и барашки, да, и эпсен-вар, но в небольших количествах. В общем, да, у нас мясо, наверное, все-таки вкуснее. Не знаю, может мне так казалось, но проживший там год, я вернулся в Крым и понял, что наше мясо вкуснее. Наверное, наш воздух, наши поля, луга, да, это все-таки что-то берет свое. Сызычун туған, туған қойлар, туған сығырлар, оларын дамы да башқа жер, бұшубесіздер. Әбетте, біз білеміз, бүгін бізде бөле салат, ама сіз ядеже кенеде етнен чалышасыз. Ве мына антрикот мен көрем оғылыңыз үстінде. Сіз бөле антрикот деген бір базы бір түкенлар бар шерде. Эбет. Сіздің түкенларыңыз? Менің дүгілім. Это есть соучредители, ребята, но это хорошие мои друзья. И мы вынашивали этот формат очень давно. Потому что такие магазины, они есть на территории Европы. Это такой магазин уже не просто мясной формат. А магазин, в который люди приходят, и максимум после чего им понадобится только или разжечь мангал, костер, все остальное мы предоставляем. Эпсон. Наши фирменные рецепты, наши, как, наши соуса, да, даже есть колбасы нашего копчения. В общем, мы расширяем постоянно линейку, и это вот магазины нового формата. Такого как бы еще очень мало. Есть буквально небольшая конкуренция в этом плане, но мы выбрали эту линию. А сіз анда, ну, чоқ зияды жемнабы этнен оғырашасыз? Ребята, в основном все фирменные рецепты, все какие-то тонкости на кухне, это все моих рук дело. Да, машалла. Сегодня каждая хозяйка со своим, да, каким-то определенным багажником знаний. Да, а у нас все-таки свои моменты, которые, ну, влияют на качество. На будущее, блин, или наука есть вот в этом всем, или, ну, как у нас на слайтаем, а там ларала что ларала с нершины, это на больдым на блеке секле, казанга ташлась, жур, сон соган, сон дабрши, и жбитта. Я там варбар хайделе. Вот все, что вы сказали, это на рефлекторном. У нас, в принципе, каждый крымский атарин вот что-то режет, что-то жарит, да, вот, что-то пытается, это, наверное, где-то в крови. Но сделать вкусно может не каждый, правильно? Вот, из-за этого есть мы, кто, в принципе, профессионалы. Это не просто так, это как любая профессия, этому надо учиться. Очень много времени отдается это, всему этому, да, это не просто работа, да, это работа, в которой ты постоянно прогрессируешь. То есть ты учишься. И, ну, сказать, что ты вот на сегодняшний день я профессионал в мясе, я, наверное, не скажу это никогда, потому что это всегда большой труд и всегда развитие в этом направлении.
Я мына балаларсыз чакырганда мына биле музыкаль бир программа, биз мында музыканы севген, ырлаган адамдарды чакырасыз. Не чындыңыз? Первое, какое было реакция на приглашение? Очень да, классно. Музыканы севес? Музыканы севем, на свадьбах я, в принципе, не сижу, ага. Да? Если надо лепить, лепим, ага. В общем, все эти вещи понимаем, так что это очень важно. Это вообще такая атрибутика у нас, у крымский атар. Из-за этого, можно так сказать, я наполовину певец, ага. Да? Но это мы, конечно, еще проверим, да, шучу да. Я. А наполовину повар, вот так. Угу, яхшы. Ну, повар, олганы скорны. Машалла. В принципе, смотрите, это нам пока не понадобится, мы просто запасом сделали. Все, зачистили наши баклажаны. Ага. Пусть нас много ляр простят, мы вот так вот аккуратненько нарежем. Много ляр улей. А, улар эт болит. Улей эт кеселер. Без баклажан. Без баклажан. Тобе, шумда. Бахов. Сенді огренемыз, что яваш-яваш. Это оғанда, это кесер. Эльбет. Вот самое главное в этом салате не передержать баклажаны. Вот они режутся, в принципе, они вот на грани, да, там? Ага. Вот есть на грани. Вот, вот это они на грани. Ага. Вот почти ольгенский, но не совсем. Емшах олмах керек. Емшах. Ага. Вот мы... Главное, чтобы они не развалились, да, потом, когда мы их будем перемешивать. У нас, в принципе, все получилось. Алагашку, плитка. Бурада был не подвела. Бр талай пчахлар был сезон алетлерыңыз, э? Ребят, да, особенно когда всегда со мной, это как любые инструменты, как у музыкантов инструменты свои, как у людей, которые снимают, да, видеограф свои. У меня вот есть свои инструменты. Ну обычно, когда меня останавливают яичники. Сурайлер был, нет? Сурайлер, да. Ну ничего, говорят, счастливого пути. Сос баркилоид веренос. Лишние вопросы стараюсь не задавать. Ага. Баркилоид, ага. Смотрите, нарезали. Патилджан азыр. Да, патилджан азыр. Взяли соган. Соган. У согана есть название. Шалот. А, да. Набле узун соган. Мы сейчас не материмся, это просто такое имя у него. Так что, почему он так называется, это такой сорт согана сладкий. Сладкий. Его не надо после этого ни гасить, ни заправлять. Он уже татлин соган. Шалот. Да, имеет интересный... Такую нотку, да, свою? Угу. Мутлах шалу керек, да, мутлах шалу. Ага. Здесь уже как угодно, вот мы так нарежем полукольцами, потому что в салате это будет как бы красиво выглядеть. У каждого продукта есть своя структура, и как вы будете нарезать, какими кубиками, ломтиками, да, там, от этого и зависит вид, потому что человек ест сначала глазами. Мунда фарха бар. Конечно. Сначала человек ест глазами, потом уже он пробует на вкус, и уже когда весь пазл складывается, человек понимает, что он сейчас попробовал что-то интересное. Ага, бірінші дүлбер олмақ керек. С каждого блюда надо делать произведение определенное искусство. Правда, оно недолго хранится, на полку не положишь, но желудок потом говорит саву. Он чун ресторан арда. Все, добавили соган. У нас есть вот такие небольшие помидоры. Доматес, помидор. Доматес, ребят. Нам понадобится немного. Вот тут для яркости мы взяли и красные, и черные. Угу. Красные чири. Напополам их просто разрезаем. Ведь он дюльберова жахан корни. Цветовая гамма. Я был антрикот. Не хадар олды чалышхана? Недолго, мы всего лишь как открылись пятый месяц, да, у нас два магазина уже работают. Мена Ашанда кордом бордане. Ребят, один в Ашане, один на проспекте Победы, возле Каменки, и, иншаллах, следующий открывается в Меганоме. Угу. Здесь главное не переборщить, все должно быть, в принципе, в пропорции, из-за этого мы вот... Сосын енді көргенде бір баққанда аңлайсыз, етер ме? Да, етер, да. Ну, смотрим уже по самой консистенции. Тәжірибе, это опыт. Ебет. Үшелер алмақ керек. Мен ашайдым әр вақыт үшелер. Чүнке айталар анда витамин зияды, еже білмін. Машалла. Это не страшно. Ага. А, бұлар біраз бүйікче, сарысы. Блондин помидоры.
Блондин. Ну, пчахлар, эр вахыт кескин олмак керек, на обычный япмак ичин. Эбет, эбет. Все точится, все налаживается, как, я же говорю, это как любой инструмент, он должен быть всегда на готове. Mm-hmm. То есть, в принципе, видите, сегодня все пригодилось. Я думаю, нас ни один нож не подведет сегодня. Тек Патильджан духовкада пшириле, калганлары более тази койла салатка, э? Сіз репетиция яптыңыз ерыңызны, э, балаларымен? Ерламах ичин. Ерламах, да, пробовали, пели. Если честно, первый раз сталкиваюсь с этой песней. Ага. Но оказывается, в крымстанском языке, да, там, в нашей культуре есть такая песня, которая чуть-чуть задевает мою профессию. Угу. Ну, что-то там это, что-то там солган. Ну, анда это вар, ама солган йог. Солган йог. Все, в принципе, у нас готово. Ага. Дальше мы добавим чуть туз. Угу. Тузладых. Тузладых. Самое главное, баклажан, он имеет такую консистенцию, губки. А-а-а. И вот сейчас в процессе, да, там он возьмет в себя соль, угу, сколько надо. Из-за этого можно посолить чуть-чуть больше, чем вот обычно, да, кажется, что уже хватит соли, но баклажан еще в себя забирает. Дальше это все, сейчас мы вымешаем, добавим, а? Да, добавим, ага, зелень, иншаллах, и оно все как бы перемешается в своем соку, и баклажан, он, я еще раз повторяю, он как губка забирает чуть вкус помидоров, того, и потом получается такой, такая интересная композиция в этом плане. Ага. Тузлама, хорхма, керек, мимин, аллаган, махуи. Баклажан вар. Ну, лучше не досолить, конечно. Все, все мы знаем, лучше не досолить, потому что если пересолишь, уже обратной дороги нет. Махай толмакерик. Возьмем кинзу, да, для нашей кухни это тоже известный продукт. Мы очень любим как бы эту зелень. И именно эта зелень дает этому салату такой неповторимый отдельный вкус. Угу. То есть она как-то подчеркивает все вот эти моменты. Салат такой весенний, легкий салат. Но очень интересно за счет того, что баклажан, вообще этот рецепт в идеале готовится чуть по-другому. Конечно же, это не духовка баклажана. Это даже как-то назывался, у него есть второе название, как чобан салат. Чобан салат это... Чобанлар, э? Да, чобанлар, у каждого уважающего себя чобана, да, должен быть небольшая сумка. В этой сумке соган валяется один, один сарымсах, два-три помидора. Оранжевого может не быть, но у профессионалов всегда оранжевый есть, потому что оранжевый все-таки это солнце, свет такой, позитива, да. И баклажан. Баклажан кидает в угли, потом его чистят, соган-муган нарезает, все это быстро делают, пока остальные чубаны собираются, один быстро организовывает, как бы, назовем это поляну, да, и потом... Демек чобан ашу. Обязательно, чобан ашу. Так что вот такая история, вот такая история есть про этот салат. Чобанлар калмады, ама аш калды. Это наследие чобанов наших, наследие, это салат наследие. Все, в принципе, у нас салат готов. Вот даже сейчас, пока мы все нарезали и собирали его, там уже внизу баклажан, он уже собирал вот этот весь сок от помидора, от сугана, да, вот это. Сейчас он еще возьмет на себя кинзу, и он, ну, как бы зарядится, да, там он насытится и будет уже таким доминирующим, потому что в этом салате будет чувствоваться именно баклажан. Вот его текстура мягкая и вот эти вкусы все, он соберет все вкусы других ингредиентов, которые уже с ним вот тут по соседству. Чем хороший салат, он очень быстро готовится и он, ну, практически к столу он идеален, к мясу. Шикарно просто он подходит. Я сейчас на чех ерлерде чалыштыңыз, Москва, Украина, Гурджистан. А Крым татар ашларыны пширедіңіз анда? Эбет, ну, есть такая история, чуть отдалюсь. Ага. Есть даже видео, которое мне ребята часто скидывают. Это когда я в Турции, то есть я и была подписана фотография, где я готовлю шорба. Но шорба не простой, это был... борщ украинский. Вот я крымский татарин, готовит грузинам украинский борщ. И вот так подписали, да. Тюркеды. Да, да, в Грузии. Да, в Грузии. В Грузии, да. То есть даже такие моменты были. А вообще крымско-татарская кухня, она уже она известна. Мне было очень приятно, когда ты куда-то приезжаешь, и уже не надо рекламе нашим определенным
нашим таким блюдом, да, как, например, чебурек. Uh-huh. Да, его знают практически, я скажу, во всем мире, потому что я знаю, что есть и в Америке чебуречные. То есть это Базымбаларк, уехали, открыли, ну, это по странам СНГ однозначно чебуречных очень много. Это и Белоруссия, и Москва, и Питер, чебуречные есть везде, и в Новосибирск, да. Когда в Новосибирск, почти возле Японии, Китая, да, там где-то далеко, в общем, и там знают чебуреки наши. Так что наши определенные флагманы крымстарской кухни, такие блюда, как чебурек, янтыр, да, их знают. Угу. Ну, конечно же, наша кухня, она, я всегда повторяюсь, но это такой важный фактор, она еще взяла много других, да, кухонь, это вот, например, узбекской кухни. И мы на сегодняшний день мы считаем лагман частью крымстарской кухни, правильно? Мы считаем плов частью крымстарской кухни, вот. Манты. Но это не так. Очень много манты и много-много другого. И много очень вот этих аутентичных старых рецептов мы забыли. Угу. Потому что у нас что, вот, Базым-Мелет, где мы живем? Крым. А Крым — это уникальное место. Здесь вокруг море, горы, чоль, да, уже будем повторяться. И каждый регион имеет свою историю. То есть каждый крымский татарин из определенного региона нес свою какую-то кухню. Если вокруг моря, то понятно же, были рыбаки балахчи, они ловили и сельдь, и барабульку, и ставритку, и она коптилась, жарилась. Даже вот была такая, я назову, ее называют как не бурма, да, а вот такой пирог с мелкой рыбой. Да, то есть и такие форматы были. Но это уже такой забытый продукт. Почему? Потому что в Узбекистане моря не было, рыбы не было. И когда уже подрастали наши биташки и харбашки, они много как бы уже потеряли. Я помогал чареевтам. Йо, чареевтам. Не могли показать. Не могли показать, потому что этого продукта не было. А я всегда говорю так. Тот народ, который проживает на определенной территории, он ест то, что у него под ногами, да, вокруг него. Это сады, виноградники. Я знаю, что очень много было оливковых садов на территории Крыма. И оливки у нас мариновались. То есть, а потом просто не смогли за этим ухаживать, и это все кануло в лето. Вот сейчас потихоньку обновляется, и очень много интересных проектов в Крыму реализовываются. Ну, благодаря нашему трудолюбивому и находчивому народу. Вот. Все возвращается, иншаллах. В принципе, у нас вот сала. Пока я вас гипнотизировал, да. Бушилерны бульмек керек. Эльвет біз чоқ шилерны унуттық, язықки. Ве яңы бір емеклерге алыштық шынды. Эркес чапа, бір кесе кетал. Уже есть запах, да, такой определенный, интересный. Это как букет, да, определенных парфюмов я назову. Там все сыграло. Там и соган сыграл, и кинза сыграла, и сам запеченный баклажан имеет специфический тоже запах и аромат. Так что салат готов. Я попрошу вас сейчас достанем тарелочку. Ага. И посмотрим, как он уже выглядит. Со зьерлар, со змена шаром, я хочу. Башта козненцы, видим, с дымик. Ана, операторлар, видеографлар, эркез бахашымды. Қалдырармыз біз эркезге. Чобан салатасы, демеке, мүмкін ойлайдым. Ады. Потомственный чобаны есть, нету? Кто снимет этот? Олса да айтмаз бір кімсе. Айтмаз бір кімсе. Йоқ, чобан йоқ мұнда. Тогда по чобан авасы, да? Чобан авасы. Такой пестрый, интересный салат. Аккуратно. Вот добр. Запах. Самое главное аромат. Добрый хой сам. Тарелка да добрый хой макерик. Эбен, чтобы все красиво было. Ана. Екімізге етер бұл. Енді Эльдар бей, мен білем, сіз азырландыңыз балаларнен бір парчачық. Бір қырым татар түркісінден огрендіңіз. Мен сізге өз енді алетім берем. Бізім алетіміз сіздің қолыңызға. Вот здесь вот теперь, как говорится,
и проверим, да? Могу я что-то другое готовить? Бахайх. Йо, эбетте яхшо олор, чунки мене минам. Егер буишна улев салахни япсаныз, демек буны да зияде бечерерсіз. Динглеймыз? Тлеймыз. Буйрыңыз. Машалла, супер. Эт битсе мүмкін тойларда ерлама, ерлап ермеге. Сағ олыңыз. Йо, мен пек бегендім. Дегеніңіз? Эбет, пек бегендім, машалла. Ве, енді бұ түркіде эт ақында зиядеже, әлбетте ерлана, мен білем сізді зиядеже этнен оғырашас, ве сорамаға істей, мұна әлбетте этнің чеш түрлі сойлары бар. Эм еріне бағылы, эм де айванға бағылы. Бағылы, ве белки мына бізім сержілерімізге бреке, білмейм, ярдым оларақ. Неге диқат етмей керек мына етні алғанда, евге, мисал үшін бір адам ет алмастый, неге диқат етмей керек? Нашылдық. Ну, это такой тонкий момент. Ага. Почему? Потому что всегда, когда мне задают вопрос, в чем секрет определенного блюда, или определенного отруба, или определенного мяса, я говорю, секрет всегда один. Это качественное мясо. Ага. А вот второй уже вопрос, выбрать качественное мясо. Ну, есть несколько факторов. Конечно же, мясо молодого, молодой особи, да, молодого барашки, там, ягненок, или это... Танача холсы, да? Телятина, да, как мы привыкли слышать. Это очень редкий фактор. То есть, если с ягненком вопрос как бы стоит более открытый, его можно купить, а теленок все-таки это такая отдельная история. Почему? Потому что, ну, мясо теленка, оно само по себе очень специфическое. Оно такое молочное, с определенным вкусом. Mm-hmm. Ну и сами мы понимаем, любой, кто держит сыр, да, или сдает его теленкам сдавать, неинтересно. Учускило, да. То есть всегда будет цена у него завышенная и дорогая. Но это интересное мясо. Но если касаться такого, я бы сказал, повседневного да, обращения с мясом, это все-таки мясо бычков или телок, называемого высшего сорта, потому что что такое телка высшего сорта? Ага. Это та особь, которая не рожала. То есть это очень важно, потому что мясо имеет совсем другую структуру и качество. То есть ну, мясо оно будет хорошего качества. Но лучшая и топовая позиция, это, конечно, бычок. Бычок двух с половиной годовалый, до трех лет, это считается самое такое хорошее мясо, выдержанное. Mm-hmm. Вот.
выдержанное в плане, оно уже как бы дошло, и ну, тот момент, когда бычка можно... Салям алейкум, да, в общем так. Вот, и это один из самых главных факторов. Вот. Что касается мяса других как бы животных, то здесь тоже надо смотреть уже на тот момент, если это там, козлятина, да, ага. Если это там баранина, если это там баранина, если это ярочка, чтобы она тоже как бы ярочка, это уже говорит о том, что уже она рожала. То есть уже мясо чуть будет другого качества. Из-за этого лучше обращать внимание на фактор, чтобы это была мужская особь. Это был баран или ягненок. Который, да? Точно, да, не рожает. И, да, который точно не рожает, да. В общем. И смотреть надо, конечно, на само мясо. Потому что те люди, кто понимает, кто с мясом работает, они даже по цвету, по цветовой гамме понимают, что мясо, где преобладают темные цвета, это чуть мясо уже жесткого плана. И уже по возрасту оно старше. Эм, ргачының яғы да сарыжа ола, е, біраз? Эбет. Ну, сарыжа еще ола, когда, я же еще раз говорю, например, если это телка, у него, чем отличается бык и телочка, да, у них сам жир имеет разную цветовую гамму. То есть это более желтый, а бычок более светлый. Ве енді чоқсы адамлар, әлбетте, севелер евде етні қызартмаға, білмейм, тавада болсын, я да кебап япмаға. Ве сіз же мына бұл ішлерге, бұл меселеге насыл ет зиядеже келіші? Қой етімі, туар етімі, я да нені тепсе етер едіңіз біріншіден алмаға? Ну, қызартма үшін. Қызартма үшін, баранина, конечно, это такой факт, который ее быстрее и легче приготовить. Ага. То есть меньше ошибок. Все-таки если берем бычков, да, с вырода, всегда, это всегда сложнее. Угу. И на сегодняшний день, например, работать с говядиной мало кто может. То есть ее приготовить так, чтобы она была мягкая, не путем долгого тушения, да, я назову. То есть быстрая жарка, она подразумевает под собой тот фактор, что мясо должно быть высшего качества, чтобы оно было мягким, и люди получили как бы удовольствие от этого. Из-за этого здесь надо подходить как бы деликатно к этому моменту. Больше для того, чтобы не ошибиться и не попасть в неловкую ситуацию перед своими гостями, это, конечно, барашка, ягненок, который готовится быстро, тушится. Ну и получаются отличные блюда, и казан-кебаб, и просто жаркое какое-то. Сонымен біз бірек кере антрикотқа кірдік, ве анда чеші түрлі ерлер бар, білмеймін, лопатка тарафы бір фиатнен, сон емшақ ері бір фиатнен, қабырға бір фиатнен, ну қабырға енді аңлашылы. Бұ да бағылы, е, оле ерлеріне көре де, етінің незеті бамбашқа. Баз бір емеклері де зиядыжы келішкен ерлер бар. Конечно, это тоже вторая как бы история в том, что каждый отруб, он практически предназначен для определенных блюд. Ага. Если мы берем кебаб или шашлык, если не берем люля кебаб, который перекручивается, здесь мы можем использовать разные части, да, потому что мясо все-таки проходит обработку, да, оно перемалывается. Яхши хима машина. Да, эбет. То есть хима, оно само по себе как бы мясо превращает в фарш, да, а уже работа с фаршем, сами понимаем, она совсем другая. А если мы берем конкретно кусковой шашлык, если мы берем конкретно какие-то там жаркое, тот же вот хазан-кебаб, то туда идут определенные места. Ну, на хазан-кебаб вы можете использовать более, я бы сказал, твердые места, ну, по жесткости, относительно твердые. Это может быть лопатка, да, там, это может быть там часть большого яблока, это задняя там нога зачищенная. А если это конкретно шашлык, только этот в идеале только спина. То есть это его называют балык, его называют вырезка. Ну, есть вырезка, которая вырезка, это внутренняя часть. Ну, это азолопик. Это был аз, да, и это со всего бычка получается всего 6-7 килограмм этого как бы продукта. Дефицитный. Да? Дефицит, да. И, но эта мышца, она вообще не работает. Из-за этого она практически, да, там, атрофирована, и она очень мягкая. То есть она подходит практически на все. А спинная часть, это, конечно, уже мышца. Но еще раз, вот спина и почечная часть, это те части, которые подходят для шашлыка. Больше с говядины
не готовят шашлык. Ну, потому что не подходят другие части. Как бы мы этого не хотели. Конечно же, люди пытаются, я называю вот эти 2017 способов приготовления шашлыка, да, есть такие люди, и начинают, и минералка, и борщи, и майонез, и третье, и десятое. Это говорит все о том, что это, ну, как бы непрофессиональный подход, потому что все, что мы пытаемся залить чем-то, засыпать какими-то специями, мы убиваем просто сам вкус мяса. То есть в мясе же самое главное мясо, а мясо имеет определенные неповторимые вкусовые качества. Из-за этого, когда люди пытаются рецепт любым способом как-то его, как они думают, улучшить, но они делают обратное. Да, это может быть вкусно, да, это какая-то часть согласится, что получилось вроде бы неплохо, но для меня это всегда такая грустная история, потому что они таким образом убивают вкус мяса и сам... Эльдар бей, сіз түшінмедіңіз мына, сіз айтыңыз, жоқ рецептлер ұнытылды сүргінлікте, Өзбекстанда. Бұл фікір олмады сізде мына топламаға бұл рецептлеріні, бізім милли қырым татар рецептлеріні, білмеймін, бекім бір программа яқмаға, яда бір китап, бір жедвел шығармаға. Вот бұл іште уже научный подход. Не думали вы об этом? Я думал и до сих пор об этом думаю. Если честно, это такая для меня открытая задача осталась, потому что... Ну, я считаю, что наша кухня, она уникальна. Уникальна в чем? Я еще раз повторюсь, да, во-первых, место, где мы живем. Во-вторых, кто мы сами по себе? Мы же крымские татары, почему так называемся? Потому что мы как нация по определенным факторам, да, по определенным стечениям обстоятельствам, по воле Всевышнего, да, мы определились как самобытная нация на территории Крыма. И очень много доказательств, и не надо тому доказательств, мы вот так 10 человек выстроимся, и все мы разные. Да? Это говорит о чем, что в нас разная кровь и разные этногенезы. Да? И вот этот каждый народ, который проживал на территории Крыма, он оставил отпечаток в нашей национальности. Да, и каждый из нас несет какую-то часть гена, да, тех пришлых народов или тех народов, которые были здесь на территории Крыма постоянно. Из-за этого мы уникальны во всем. Мы находимся в уникальном месте. Мы сами как народ уникальны. Мы все разные. В то же время мы один народ с одной кухней, с одной культурой, с одной религией. И это задача номер один, наверное. Хотелось бы, конечно, выпустить такую книгу. Даже были из наших крымско-татарских, я бы сказал, культурных людей, деятелей, да, в плане того, что они даже готовы были помочь. Но мы это не отложили на дальнюю какую-то полку, а это у нас как бы на повестке дня, да, уже какая-то часть рецепта даже собрана. Просто надо добавить чуть усилия и все-таки выпустить такую книгу. Пусть она будет небольшая, но она скажет о том, что наши крымско-татарские настоящие рецепты, которые были до депортации, они присутствовали, да, и как-то, чтобы они влились опять нашу культуру. Әлбетте, ве бұл іште муафақиетлер тілемеге істейм, мұтлақ олмақ керек менімде. Бұл іш, сіз бұны япмақ керексіз, чүнкі кеткіте оны қиынжа олажақ япмаға. Ве сізге бұйық сау ол айтамыз, келгеніңіз үчін, чоқ мерақылы шейлер айтқаныз үчін, белкі да бір шейлер қошмаға, стередыңыз. Йоқ, сауыңыз. У нас, в принципе, ашыжамыз бұл. Все готово, ашыжамыз, да, потому что запах идет, и я смотрю уже... Балалар баға, еркес. Іште сайғылы достар, Эльдар Шарипов еді. Сау олыңыз, Эльдар бе, ішіңізде муафақиетлер тілейміз. Бүтін планларыңыз өмірге кетсін. Ве заман чалғы тақымы бір заманда бізде да бір музыкалы селям. Достар, біз іле олыңыз дайыма.
алыңыз. Бир заманда, бір сабырлы шаш малай. Бир заманда, сіз үшін әркес ел.